Всем привет! Маленький презентационный ролик, в котором я покажу свои увлечения, игрушки. Немножко в двух словах, наверное, расскажу о своих увлечениях. И первое, наверное, мое увлечение с самого детства, лет, наверное, с 5-6, это любовь к ножам, коллекционирование ножей. И второй, как говорится, наверное, любит каждый мужчина, это инструменты. И в моей коллекции уже больше года находится такой большой и, наверное, самый дорогой и самый любимый инструмент. Это вот такой вот фрезерный станок. Запустил я его только что, целый год он стоял и ждал, пока я настрою, арендую цех и запущу все это дело. Вот. Также я занимаюсь поставками станков с Китая. У меня есть интернет-магазин, где можно будет посмотреть станки, кому интересно. Также есть у меня и сайты бесплатных объявлений, то есть у меня много увлечений, но одно, наверное, самое мое любимое увлечение – это ножи. Станок мною покупался лично для меня, так как это интереснейшая вещь, на которой можно творить что угодно, начиная от мебели, резные двери, там, стулья, что угодно, и заканчивая всякими маленькими медальонами, скажем так, или ювелирными там изделиями. Ну, я буду делать, естественно, на этом ноже какие-то мебельные заготовки и заниматься своим любимым делом, изготовлением накладок на ножи. Вот. Это будет, значит, такой презентационный ролик. Станок находится, скажем так, в стадии тестирования. Я только обкатываю, вот запущен он буквально на этой неделе, настроен. И сейчас я порежу первую заготовку вот на этой фанерке. Это у нас ламинат. Вот. А в дальнейшем будут постоянно сниматься ролики, будут вырезаться какие-то изделия, и дальше больше будем развивать это направление, скажем так, моего увлечения, моего хобби. Вот. На помещение особо сильно, как говорится, не придираться, это только арендованное помещение, здесь еще предстоит довести его до ума, сделать порядок. Вот. Ну, не буду затягивать. Потому что не только я ждал с нетерпением больше года включения и запуска этого станка, но и мои друзья, знакомые, как и мои друзья в моем городе, так и знакомые с Ютуба, которые ждут с нетерпением. И начнем, наверное. Этот ламинат немножко отсырел, я его забыл вчера на улице, и всю ночь шел дождь, но он влагостойкий, надеюсь. Это не сильно повлияет на то, что я запланировал вырезать. Так, снимаю с телефона, и за дрожание и все такое прошу сильно не обижаться. Так, пошла загрузка программы. Надеюсь, не сильно промок ламинат, так как в сухом ламинате все будет выглядеть намного симпатичнее.
Уйди оттуда. Мой помощник. Ну это мой логотип. Кто следит за каналом, наверное, догадался. Фрезеровка не закончена, будем ждать окончания.
Дай сюда. Потом попылесосишь. Ну, вот такая вот программка. Это сайт, где я буду продавать, выкладывать свои накладки, ножи. Там же можно будет посмотреть станки. Возможно, другая продукция, которую я буду производить. Это меня так зовут. И это мой логотип, который будет на всех накладках и на всей продукции, которую я буду делать. Ну, вот такой вот станок, вот такая презентация. Надеюсь, было интересно. Вот. Это, как вы понимаете, только начало. Будет регулярное включение того, что я делаю. И, естественно, будет какая-то продукция. Продукция будет серийная. И следите за каналом. Надеюсь, будет интересно вам наблюдать за моим творчеством. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.